Огромные изменения. Во-первых, поселок построился, расстроился. Дороги в поселке прекрасные. Школа новая, садик новый, клуб новый, все новое. Мы сегодня видим, какая работа проделана в поселках. Также оленеводы почувствовали поддержку правительства автономного округа и района. Считаю нашей общей задачей укрепление благополучия семей тундровиков. Здесь работы предстоит еще много. Физкультурное движение, которое есть в Майском районе, достаточно сильное, поэтому я думаю, что у нас все получится. Не хватает, прежде всего, на спортивного комплекса, потому что те спортивные залы, которые сейчас есть, они все принадлежат школе, и нарушать учебный процесс тяжеловато вклиниться. Вот. Наверное, спортивного комплекса не хватает больше. Спортивных мероприятий, чаще, больше детских, наверное. В Ямальском районе делается очень многое, все необходимое для детей, для детства в целом. Конечно, хотелось бы, чтобы у детей было больше возможностей для занятия спортом, для творчества, для саморазвития. Ну и, конечно, для этого что нужно? Новые площадки и новые профессиональные специалисты. В мысе Каменном видны заметные улучшения, но существует еще ряд вопросов, которые необходимо решить для комфортного проживания граждан, в том числе и по врачебной амбулатории. Всегда важна преемственность традиций. И отрадно, когда дети продолжают дело своих отцов и матерей. Но не менее важны и другие вещи. Это правильное воспитание и получение хорошего образования. И каждый из нас должен делать все возможное, чтобы мир вокруг становился лучше. Ветераны нуждаются в помощи. Например, они сейчас, некоторые ветераны одни живут, когда мы к ним приходим, то мы с ними разговариваем, дарим подарки, сувениры. В нашу команду приходит все больше людей. Я думаю, что в будущем будет больше. Те, которые захотят помогать ветеранам. В будущем мы будем создавать все новые проекты и проводить различные акции. Сегодня в
нашем районе много делается для того, чтобы жизнь становилась лучше. Но и многие люди нуждаются в помощи государства. Лично я, мои коллеги, да и думаю, многие ямальцы готовы помогать, готовы помочь нуждающимся в заботе. Проблемы, они как-то и не видны, но решаемые. Много проблем решено. У нас, допустим, вот на сегодняшний день очистительные, у нас электростанция, у нас котельные, не такие, как были, когда углем топили, и все ругались, потому что кто-то дотопит, кто-то не дотопит. А сейчас, в общем-то, я считаю, что постепенно все равно мы будем жить хорошо. Конечно, я очень люблю свой поселок, я очень люблю людей, которые здесь проживают. Конечно, я хочу, чтобы наш поселок дальше развивался, чтобы у нас было интересно, чтобы у нас жизнь кипела, и чтобы все было для блага своей страны. Добрый день! Уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые коллеги, приглашенные. Сегодня, 18 марта 2020 года, на 30-м очередном заседании районной думы муниципального образования Ямальский район 5-го созыва присутствует 11 депутатов из 15 избранных. Отсутствуют Саратета Олег Александрович, Кугаевский Антон Александрович, Шаталова Ирина Михайловна, Черкашина Светлана Олеговна. Согласно статье 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статье 24 Устава муниципального образования Ямальский район, заседание районной думы муниципального образования Ямальский район считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от числа избранных депутатов. Исходя из этой нормы, 30-е очередное заседание районной думы муниципального образования Ямальский район 5-го созыва правомочно и объявляется открытым. Для приветствия гимна Российской Федерации прошу всех встать. На очередном заседании районной думы муниципального образования Ямальский район присутствует глава муниципального образования Ямальский район Андрей Николаевич Кугаевский, заместители главы администрации муниципального образования Ямальский район, советники главы муниципального образования Ямальский район, главы муниципальных образований Ямальского района, заместители глав администрации муниципальных образований Ямальского района, руководители отраслевых органов администрации муниципального образования Ямальский район, начальник ОМВД по Ямальскому району Стеблянко Сергей Александрович, прокурор Ямальского района Митяев Михаил Аркадьевич. В соответствии с уставом муниципального образования Ямальский район, высшее должностное лицо Ямальского района представляет в районную думу отчет о деятельности главы и администрации муниципального образования. Слово предоставляется главе муниципального образования Ямальский район Андрею Николаевичу Кугаевскому. Уважаемые депутаты районной думы, руководители органов местного самоуправления, государственных и муниципальных структур. 2020 год – год значимых юбилейных событий как для Ямальского района, так и для всей страны. Одна из ключевых дат – это 75-летие со дня славной победы советского народа в Великой Отечественной войне. 8 мая 1945 года завершилась берлинская операция советских войск, длившаяся долгих 23 дня. Самая крупная в истории войн вражеская группировка была разбита вдребезги. Под ударами Красной Армии пала столица Гитлеровского Рейха. Нацистам оставалось только сдаться победителю. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. В 22 часа 43 минуты
по центральноевропейскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, 9 мая наконец-то пришла победа. Для всех нас 9 мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит общему будущему, вдохновляет и укрепляет наше единство. В годы войны тундровики были меткими стрелками и отличными разведчиками. На оленьих упряжках подвозили боеприпасы и помогали эвакуировать раненых. Те, кто остался дома своим трудом, ежедневно приближали победную весну, добывали рыбу и вязали теплые вещи для фронтовиков. Для каждого воздать дань памяти и уважения поколению победителей, тем, кто освободил страну и весь мир от фашистов, мы обязаны сохранить и передать эту память детям и внукам, чтобы никто никогда не смог переписать нашу историю. Наш молодежный совет выступил с инициативой создания интерактивной карты о воевавших земляках. На официальном сайте администрации района уже работает раздел «Стена памяти однополчане». Предлагаю всем собравшимся в этом зале поддержать молодежный проект, внести данные о своем родственнике и разместить фото. Также призываю вас 9 мая поддержать акцию «Бессмертный полк», пройти с портретами своих родных и близких, внеся вклад в общую победу по центральным улицам наших поселков. Уважаемые земляки, в этом году мы отмечаем 90-летие со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Прежде всего, это праздник тех, кто свои силы и здоровье отдал на благо развития Ямала. Еще одно торжественное событие мы с вами отметим в сентябре этого года, 90 лет со дня образования Ямальского района. Во все времена ямальцы оставались верны своей малой родине, ковали победу, поднимали сельское хозяйство, развивали поселки, строили новую жизнь ради будущих поколений. Нам, потомкам первооснователей и победителей, есть чем гордиться. На нас возложена честь беречь и приумножать богатство и славу Ямальского района. Мы должны объединить наши усилия, творческий, трудовой потенциал и достойно провести намеченные юбилейные мероприятия, чтобы наши дети могли гордиться маленьким полуостровом под названием Ямал и огромной страной, имя которой Россия. Уважаемые коллеги, 2020 год начался с важнейшего политического события, которое многие эксперты определяют как ключевой вектор развития Российской Федерации – послание президента Федеральному собранию. Владимир Путин обозначил основные приоритеты на ближайшую перспективу. Это сбережение и приумножение народов России, повышение благосостояния жителей, решение внутренних проблем территории, высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека. Нам нужно, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами, отмечает Путин. Семья в центре внимания государственной власти. Президент в своем выступлении обозначил, что Россия вступила в сложный демографический период, число детей, родившихся в России, падает. И это понятно, так как семьи сейчас создают малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы. Для решения этого важнейшего вопроса были озвучены новые меры поддержки российских семей. Это выплаты на детей, установление материнского капитала при рождении первого и второго ребенка и продление его до конца 2026 года. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что общероссийская тенденция коснулась и Ямальского района. В 90-е годы у нас резко снижалась рождаемость, и сейчас прослеживается уменьшение количества родившихся детей. Для того, чтобы в семьях жителей района рождались дети, мы делаем все необходимое. Строим жилье, вводим новые школы, детские сады и другие важные социальные объекты. Работаем над повышением качества образования. Совместно с жителями создаем комфортные условия для проживания. Обеспечиваем энергетическую, продовольственную и экологическую безопасность.
Для реализации наших амбициозных задач сегодня есть все необходимые ресурсы, а главное – желание. Благодаря губернатору на треть увеличено финансирование муниципальных образований. Средства заложены в полном объеме не только на текущие нужды, но и на развитие. Впервые в бюджет Е-района с начала года выделены деньги на капитальный ремонт автомобильных дорог, на строительство площадок под твердые коммунальные отходы и на пожарные водоемы. Образование, спорт, культура – важнейшие составляющие финансового документа района. А меры социальной поддержки жителей по сравнению с 2019 годом увеличены более чем на 30%. Дорогие земляки, строительство качественных и современных домов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» – это одно из самых актуальных и востребованных направлений нашей работы. За последние 6 лет только по программе переселения из аварийного жилья мы построили 685 квартир. Работа была проведена большая, и я хочу поблагодарить всех коллег, кто участвовал в реализации проекта. Однако мы понимаем, что этого недостаточно. В районе еще много домов, малопригодных для проживания. Задача, поставленная губернатором, немало ликвидировать весь признанный аварийный фонд, помочь жителям обрести достойное капитальное жилье. Эта программа уже началась, и дальше мы будем только наращивать темпы. Всего до 2025 года мы построим 750 квартир. Если все сложится благоприятно, то задачу решим досрочно, к 2022 году. В 2019 году мы сдали более 70 квартир, и уже в этом году планируем начать строительство еще 300. Это большая командная работа, которая, несмотря на всю сложность, должна проведена быть качественно и в срок. Стоит отметить, что с 2020 года начнется строительство нового жилого микрорайона в восточной части села Ярсали. Данный проект будет включать в себя 6 многоквартирных домов с детскими, игровыми и спортивными площадками, парковочными местами, зонами рекреации, проездами и пешеходными тротуарами. Приезжая на Ямал, люди всегда стремились его обживать, делать комфортным и уютным для жизни. Сегодня мы вместе с нашими жителями прилагаем много усилий для того, чтобы все поселения Ямальского района были благоустроенными, чтобы в них хотелось оставаться жить, создавать семьи и растить детей. В 2019 году, объявленным губернатором Ямала годом благоустройства, активные жители территории приняли участие в проекте «Комфортная среда». Благодаря совместному творчеству были созданы 12 крупных проектов благоустройства – скверы, парки, многофункциональные спортивные площадки. Сегодня задача руководителей поселений – следить за качеством содержания реализованных инициатив жителей. Я благодарю всех земляков, принявших участие в этом проекте. Мы сделали наши поселки еще более комфортными, красивыми и уютными. Также отмечу, что в прошлом году нами благоустроены 34 дворовые территории. В планах на 2020 год сделать в 3 раза больше, а также создать 3 общественные территории. В 2019 году в Мыскаменном мы сдали объект, где сегодня находится участковый пункт полиции, почта, Сбербанк, аптека, МФЦ и продовольственный магазин. Такое размещение позволяет мыскаменцам получать услуги и товары в более комфортных условиях по принципу одного окна. Идея активного участия жителей в решении важных проблем муниципального образования и создания комфортной жизни продолжает развиваться. Сегодня любой житель района может участвовать в создании проектов, которые меняют вокруг нас. Это и есть инициативное бюджетирование. На сегодняшний день эта технология применяется во всех поселениях района. А с 1 марта 2020 года в Ярсале открылся проектный офис «Уютный Ямал». Свои идеи ямальцы могут предлагать через портал «Живем на севере» и в офисе общественных инициатив. Предлагаю всем поучаствовать в новом проекте, высказать свои идеи по повышению комфорта жизни в Ямальском районе. Наш губернатор Дмитрий Андреевич Артюхов в своем ежегодном отчете о положении дел объявил 2020 год годом дорог. Содержание и ремонт дорожного полотна действительно важная задача,
влияющие на общий уровень качества жизни. В прошлом году в Ямальском районе было построено более 4 километров дорог и столько же было отремонтировано. Мы намерены продолжить проектирование улично-дорожной сети в селе Сииха, завершить реконструкцию дорожного полотна в Ярселе и Сюнай-Сале. В районном центре замена дорожного полотна, замена дорожного покрытия на участке дороги в микрорайоне Полярный, благоустройство квартала Полярный 2 и территории под индивидуальное строительство на новой улице Молодежная. В декабре во время своего прямого эфира в социальной сети ВКонтакте я получил вопрос от жительницы Нового Порта, которую волновало аварийное состояние начальной школы. На сегодняшний день в Ямальском районе проектируются 3 школы на 300 мест. Одна из них в Новом Порту. Еще 2 новые школы появятся в Панаевске и Сиихе. Остается актуальным вопрос обучения во вторую смену в Ямальской школе-интернат. Для решения этой задачи сейчас ведется строительство новой школы на 800 мест. Мы хотим, чтобы наши дети учились в современных условиях и были самыми эрудированными. Поэтому перед разработкой проекта новой школы мы побывали в лучших учебных заведениях России, в Тюмени и в Москве. Изучили лучшие инновационные идеи и сейчас активно их внедряем. Проект создавался с учетом современных технологий и материалов и предполагает создание комфортной, предметно развивающейся среды для школьников. Внутреннее оснащение выполняется в стиле европейских учебных заведений. Для каждого кабинета продумано свое дизайнерское решение. Отдельно строится спортивный блок. Он соединится с основным зданием, крытым переходом. Помимо этого на территории школы появится несколько спортивных площадок. Учебное заведение оборудует теплыми полами, световыми датчиками присутствия и движения, уникальными системами хранения вместо привычной мебели. Летом 2019 года был произведен капитальный ремонт корпуса начальной школы в Панаевске. Заменены окна и двери, приобретена новая мебель для учебных кабинетов. Реновация коснется в 2020 году и Сиихинской школы-интернат. Сегодня мы делаем все необходимое, чтобы наши самые маленькие жители росли и развивались в достойных условиях. В этом году начнем строительство детского сада на 120 мест в селе Мыскаменной. Проект находится на стадии прохождения государственной экспертизы. Планы по строительству новых объектов у нас серьезные. Но главное не стены, а те, кто воспитывает и учит наших детей. Это десятки специалистов, нужных Ямальскому району. Важно не забыть о создании комфортных условий для педагогов и других специалистов. Поэтому мы продолжаем строительство общежитий для работников социальной сферы в селах Ярселе, Новый Порт и Сииха. Национальный проект образования – один из самых успешных, реализующихся на территории Ямальского района. Мероприятие национального проекта мы рассматриваем прежде всего как ресурс развития всей системы образования. К примеру, в Новопортовской школе-интернат открыт центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В этом году еще 2 таких центра будут открыты в Салимальской и Ямальской школах. А к 2024 году центры будут созданы в каждой нашей школе. В 2019 году была открыта сеть инженерных лабораторий FabLab во всех школах района. И уже сегодня наша инициатива по работе таких центров признана одной из 30 лучших практик по развитию технического образования в России. Мы создали уникальный цифровой портал уроков и пособий по ненецкому языку, где находятся материалы учителей, книги для внеклассного чтения, методические разработки и видеоматериалы. Это инициатива Департамента образования, является важной основой сохранения родного языка для большинства наших воспитанников. Уважаемые ямальцы, часто слышу пожелания жителей по строительству и ремонтов объектов здравоохранения. Поэтому нами были внесены предложения в адрес губернатора во время его рабочих поездок по Ямальскому району. Наши инициативы были поддержаны, и на сегодняшний день в Ярселе ведется проектирование большого и важного для жителей района объекта стационарного комплекса медицинского учреждения на 70 коек. К подготовке свайного поля планируем приступить в конце года.
Также в планах 2020 года приобретение и установка модульной медицинской амбулатории в селе Мыскамины, которая заменит ветхое строение советских времен. Уверен, что это станет хорошей новостью для мыскаминцев. В 2019 году проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории в Салимале. Разработана проектная документация на ремонт здания в амбулатории села Панаевск, к которому приступим уже в наступившем году. Также в 2020 году начнется ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Сюнай-Сале. Буквально две недели назад, в преддверии Международного женского дня, для жителей Мыскаминова распахнул свои двери новый современный дом культуры, объединивший под своей крышей библиотеку и музыкальную школу села. Культура представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры самостоятельное существование лишается их смысла, отмечает Дмитрий Лихачев. Мы очень серьезно относимся к развитию культуры в Ямальском районе, понимая, насколько сложна и прекрасна одновременно работа в этой сфере. Для исполнения мероприятий национального проекта «Культура» в прошлом году был проведен капитальный ремонт в Салимальском доме культуры. Теперь он адаптирован для маломобильных жителей села. Работники сферы культуры района постоянно находятся в поиске новых креативных решений. Своим трудом добиваются высоких наград и признания не только на окружном, но и на российском уровне. Например, одно из ярких событий прошедшего года – гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» вошел в топ-200 самых интересных событий России, которого достойно звания «Национальное событие года». Осиехинский дом культуры признан лучшим среди учреждений культуры сельских поселений автономного округа. Поздравляю весь коллектив Дома культуры и благодарю за работу. Развитие человека не может быть полноценным без укрепления здоровья и занятия различными видами спорта. Из года в год в Ямальском районе растет количество спортивных площадок и мероприятий, появляются новые секции. Прошлый год был насыщен событиями. Наши спортсмены приняли участие в 34 региональных и 6 федеральных соревнованиях. А количество полученных разрядов увеличилось до 210. Из них трое стали кандидатами в мастера спорта. Результаты растут, и необходимо, чтобы спортивные объекты были в каждом населенном пункте Ямальского района. В этом году распахнет для новопортовцев свои двери долгожданный спортивный комплекс. Планируем приобрести мобильное здание тренажерного зала в село Панаевск. В 2021 году аналогичный комплекс будет приобретен и в село Мыскамины. На очереди лыжная база в селе Новый Порт и тренажерный зал в селе Сейха. На протяжении последних лет Ямальский район стабильно занимает лидирующие позиции в округе по развитию комплекса «Готов к труду и обороне». Только за прошлый год тысячи жителей района приняли участие в выполнении нормативов ГТО. 320 из них получили знаки отличия. Чистая вода является основой здорового образа жизни и, несомненно, влияет на его качество. Обеспечение жителей Ямальского района чистой водой – одна из приоритетных задач работы районной администрации. При проведении социологических исследований мы видим, что жители отмечают эту проблему как одну из самых актуальных в районе. На сегодняшний день в большинстве поселений функционируют водочистные сооружения. В 2019 году были установлены модули по очистке воды в селе Мыскаминой. Это мероприятие на 100% закрыло потребность в очистных сооружениях в Ямальском районе. Но из-за изменения биохимического состава воды ее качество на выходе оставляет желать лучшего. Для решения этого вопроса с 2020 года мы начнем мероприятие по модернизации всех очистных сооружений, которые будут включены в производственную программу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго». Уважаемые депутаты районной думы, дорогие земляки, я отдельно хочу остановиться на вопросах обеспечения безопасности жителей Ямальского района в разных сферах – энергетической, продовольственной и экологической. Мы живем в суровых климатических условиях, и каждому из нас важно, чтобы в его доме постоянно было светло и тепло, в магазинах были необходимые продукты, а дети могли спокойно гулять по улицам родных поселков.
Все эти факторы формируют у человека мнение, комфортно ему здесь или нет. Готов он ли связать свою дальнейшую судьбу с нашим полуостровом. Для обеспечения энергетической безопасности в 2019 году был реализован совместный проект с компанией «Газпромнефть-Ямал» по созданию резервного источника электроснабжения в селе Мыскамены. В ходе реализации проекта построена двухцепная линия электропередач. В декабре 2019 года проведены комплексные испытания и пробная подача электроэнергии. Уже сегодня мы можем говорить о том, что жителям Мыскамена гарантировано резервное электроснабжение в случае аварийных отключений. Еще один проект в сфере энергетической безопасности, реализуемый с компанией, это подводящий газопровод для газификации села Новый Порт. В ноябре 2019 года начались проектно-изыскательские работы. Газопровод протяженностью более 8 километров соединит село с автоматической газораспределительной станцией, находящейся на Новопортовском месторождении. В первую очередь к нему будут подключены котельная и электростанция. Ввод объекта запланирован на 2022 год. Для обеспечения продовольственной безопасности в районе нам необходимо заменить устаревшее хлебопекарное оборудование и иметь резервные источники производства хлеба во всех поселках. Так, в 2019 году было закуплено новое оборудование в село Сииха и установлена модульная пекарня для села Салимал. В этом году планируется приобретение новой пекарни для панаевцев. Администрацией Ямальского района поддержан проект открытия первого магазина самообслуживания в Сиихе. За счет средств бюджета в летний период 2020 года будет закуплено новое оборудование, которое обеспечит автоматизацию работы персонала, а также позволит покупателям самостоятельно совершать покупки. В декабре 2019 года в селе Мыскамена открылся магазин с продукцией предприятия «Ямальские олени». Таким образом, почти во всех поселениях района осуществляется реализация широкого ассортимента продукции, колбасы, пельмени, тушенки. Наше муниципальное предприятие продолжает наращивать объемы выпускаемой продукции и расширяет ассортимент. На сегодняшний день он насчитывает свыше 170 наименований. Не забываем мы и об охране общественного порядка. Сотрудникам полиции, несущим службу и обеспечивающим нашу ежедневную безопасность, необходимы комфортные условия работы. Так, с этой целью в 2019 году мы открыли 3 новых участковых пункта полиции в селах Панаевск, Новый Порт и Мыскамены. Полуостров Ямал – площадка масштабного промышленного освоения. Несмотря на ускоренное технологическое развитие, мудрые хранители Севера, коренные жители Ямала, сегодня сохраняют свою самобытность, культурное и историческое наследие. И наша особая забота – сделать все, чтобы сберечь традиционный образ жизни, поддержать тундровиков, нуждающихся в помощи. Эти вопросы необходимо решать комплексно. Важно, что предложенные нами инициативы поддерживаются на окружном уровне. Ямальский район выступил одним из инициаторов разработки дорожной карты социально-экономического развития коренных народов Севера. Весь 2019 год по поручению губернатора велась напряженная и кропотливая межведомственная работа как на уровне региона, так и муниципалитета. Нам была поставлена следующая задача – предложить механизмы по повышению уровня благосостояния тундровиков. Эти механизмы сформированы и уже достигнуты первые результаты. В конце 2019 года более чем в 2 раза повысилась закупочная цена на мясо. Оленина первой категории сейчас принимается по 450 рублей за килограмм. Это означает, что доходы оленеводов приумножаются. Также с января 2020 года были увеличены кочевые выплаты. Сегодня тундровикам предложена организационная и финансовая помощь при создании малых форм хозяйствования. Оказано содействие в открытии 17 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2019 году по нашей инициативе было выделено финансирование из окружного бюджета на оказание материальной помощи семьям, ведущих традиционный образ жизни. Поддержку получили 518 кочевых семей. Это малоленные жители тундры, которые столкнулись
с финансовыми трудностями. Мы продолжаем начатую ранее традицию строительства домов оленеводов. Долгожданные ключи получили Панаевск, Ярсали. Сейчас такой дом строится в Сиихе. Дорогие земляки, в своем отчете я также хочу остановиться на вопросах взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса, работающего на нашей земле. Ямальский район – территория реализации проектов мирового уровня по добыче и транспортировке углеводородного сырья. Одним из важнейших наших приоритетов в работе с компаниями является выстраивание коммуникаций для развития района. И важно то, что наши ключевые партнеры «Ямал-СПГ», «Газпромнефть-Ямал», «Газпромдобыча на дым», «Газпромнедра» придерживаются принципа социальной ответственности. Они принимают активное участие в жизни района, выделяя средства на различные проекты. Приведу несколько ярких примеров. Свою эффективность доказала программа «Родные города», которую реализует компания «Газпромнефть-Ямал». Во время ее работы в селе Новый Порт 55 семей получили капитальное жилье. Благодаря этой программе наши школьники приобретают новые знания в «Газпром-классах», имеют возможность участвовать в лучших образовательных проектах страны, творить на фестивале искусств и творчества «Дыхание Арктики». Администрация Ямальского района и компания «Газпромнефть Ямал» продолжают экологический проект утилизации исторического наследия в селах Новый Порт и Мыскамины, который уже доказал свою эффективность. Например, в 2019 году в Мыскамине была очищена территория более 10 гектар. Это береговая линия и часть свалки. В дальнейшем мы будем продолжать работу по очистке поселений от мусора и металлолома. Летом прошлого года мы выступили перед губернатором с инициативой по уборке загрязненной территории поселка Сииха. Проект поддержан, и мероприятие по очистке запланировано уже на это лето. Также впервые на территории Ямальского района пройдет крупный молодежный форум экологической направленности. Природа полуострова Ямал очень хрупкая и нуждается в постоянной заботе и внимании. Сохранить ее для наших потомков сегодня крайне важно. И для этого есть все возможности. Ямал никогда не был безлюдным, пустынным и диким краем. Великолепная северная природа края, богатство его недр, а также социальный и культурный потенциал населения округа является не только отечественным, но и мировым достоянием, отметил наш земляк, первый губернатор Ямала Юрий Неёлов. Помимо экологических проектов, предприятия топливно-энергетического комплекса участвуют в трудоустройстве местных жителей. Например, за прошлый год было трудоустроено 127 тундровиков. Оказывается, адресная помощь семьям оленеводов, которые находятся в трудной жизненной ситуации, продуктами питания, топливом, электрогенераторами. На средства наших партнеров приобретаются детские новогодние подарки, призы для национальных праздников, организуются культурные, спортивные и благотворительные акции. Кроме названного, вертолетами предприятия ТЭК оказывается помощь в доставке жителей в труднодоступные районы. Например, за прошлый год было перевезено более 500 тундровиков. Не стоит забывать, что компании, работающие на территории района, являются крупнейшими налогоплательщиками. Эти средства также направляются на развитие нашего муниципального образования. Уверен, что дальнейшая совместная работа будет продолжаться плодотворно и в будущем. Уважаемые земляки, подводя итоги работы за 2019 год, хочу отметить, что результатом и бесспорным достижением команды администрации Ямальского района является первое место в рейтинге оценки деятельности органов местного самоуправления среди муниципальных образований округа. Ямальский район второй год подряд демонстрирует положительную динамику, заняв первое место в своей группе и первое место среди всех муниципальных образований, и уже третий год подряд является получателем окружного гранта. Данное достижение должно стать дополнительным стимулом в работе и возлагает на весь коллектив администрации большую ответственность за решение вопросов местного значения перед населением района. Уважаемый Александр Валерьевич, уважаемые депутаты районной думы, хочу лично поблагодарить вас за совместную работу на протяжении этих 5 лет.
Ваша активная жизненная позиция и неравнодушие помогли достичь положительных результатов, решить многие проблемы жителей района, обеспечить формирование бюджета с учетом приоритетов политики региона и страны. В сентябре нам предстоит выбрать новый депутатский корпус. Как и прежде, нашему району нужны неравнодушные депутаты, активные и энергичные люди, знающие территорию и понимающие специфику и местные проблемы. Я надеюсь, что новый депутатский состав будет состоять из открытых людей с активной жизненной позицией, которые совместно с органами власти сохранят начатое и продолжат развитие, будут реализовывать новые проекты. Призываю всех принять участие в голосовании и совместно выбрать новых депутатов районной думы. Завершая свой доклад, я вернусь к тому, о чем говорил в самом начале. 2020 год – год значимых событий, как для Ямальского района, так и для всей страны. 22 апреля состоится важное событие – общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. О необходимости внесения изменений в Конституцию заявил наш президент в послании Федеральному собранию 15 января. Владимир Путин настоял на том, чтобы свою позицию по новым поправкам могли высказать все граждане России. Изменения вступят в силу только после их одобрения в ходе общенародного голосования. Предложенные президентом поправки призваны закрепить то, что важно для каждого россиянина. Ценность семьи, определение статуса детей в нашем государстве, здоровье сбережения народа, индексация пенсий и социальных пособий. Уважаемые земляки, в ближайшие годы нас всех ждет колоссальный объем работы. Это очевидно, исходя из тех задач, которые я сегодня озвучил. Они сложные, требующие максимальной отдачи своему делу и ответственности. Это непросто. Но мы справимся. Мы всегда доказывали, что даже невозможное нам по плечу, потому что мы северяне. Мы стремимся к развитию и достижению самых смелых планов. И делаем мы это для своей страны, своей семьи, наших детей и нашего будущего. Спасибо за внимание.